На Сувсевском шоссе в дорожно-транспортном происшествии пострадали два автомобиля. ДТП произошло 27 ноября в 11:40. Столкнулись автомобили Hyundai и Nissan Qashqai. В результате ЧП врачи госпитализировали с места ДТП двух мужчин. У 29-летнего жителя станицы Натухаевская рана голени, а у 33-летнего анапчанина подозрение на сотрясение головного мозга. Оба пострадавших доставлены в городскую больницу. Автотранспорту потребуется серьезный ремонт. По факту случившегося проводится проверка.